Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. В областном центре началась подготовка к ежегодной акции «День дублера». Проходить она будет в несколько этапов – подготовительной, основной и завершающей. В начале мероприятие анонсируют в техникумах и университете. Основная задача проекта – познакомить молодежь с деятельностью органов местного самоуправления. Потом – отбор участников. Презентация проектов студентов, направленных на улучшение нашего родного города. Это абсолютно могут быть любые проекты, связанные с художественной деятельностью, спортивной, экономической, строительной, все что угодно. Единственное условие – это должен быть формат мини-презентации. То есть мы планируем, что студенты в максимально сжатой и краткой форме, буквально в течение одной минуты, должны презентовать свой проект и рассказать о нем. Из всех участников отберут около 10 человек, которые пройдут в следующие этапы. Для них проведут лекции, специальные тренинги на командообразование, развитие управленческих навыков, проектную деятельность. После – главное состязание – сам день дублера. Организаторы планируют, что оно займет несколько дней. Дублеры будут каждый замещать и сопровождать в ходе рабочего дня деятельность одного из руководителей структурных подразделений мэрии, заместителей мэра, и один из дублеров, кто лучше всего себя проявит в рамках отборочного этапа, будет сопровождать в течение рабочего дня главу мэра муниципального образования город Магадан. В дальнейшем дублеров планируют привлекать к организованным мэрией мероприятиям, например, координационному совету. Отборочный этап Дня дублера начнется уже в апреле. Сам проект продлится до ноября, тогда и подведут итоги. Кроме того, организаторы планируют провести пресс-конференцию с участниками, где дублеры смогут поделиться полученным опытом.